При торговле на фондовой бирже, на Форексе, есть одно правило, которого придерживается очень большое количество моих друзей, в том числе, в принципе, и я. Правило заключается в том, что никогда не слушай аналитика. Никогда не слушай человека, который показывает, что ждать, исходя из его разволновки. То есть вот он волновую какую-то картинку нарисовал и говорит, чего ждать. Многие говорят, не слушай Пректора. Ну, это один из столпов рынка, который пропагандирует волны Элиота и делает некие предсказания. Почему так? Потому что рынок – это такая штука, в которой туда, куда ринулись все, там точно не будет никакой морковки. Просто так рынок устроен, что то, что делает большинство, приводит к убытку. И второй момент – это то, что когда ты слушаешь чье-то мнение и пытаешься следовать чьим-то рекомендациям, то ты теряешь ощущение рынка, и ты на этом рынке проигрываешь. К чему я все это говорю? Сейчас очень много рекламы, вебинаров, семинаров, конференций по поводу продаж, в том числе в логистике. Продажи в логистике через интернет, продажи логистики через социальные сети, правильное поведение в социальных сетях для увеличения продаж и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, здесь все то же самое. Как только вы начинаете слушать этих ребят, вы проигрываете. Может быть, не сразу, но в течение какого-то времени проигрыш просто обеспечен. То же самое по социальным сетям. Ребята, если все одновременно начинают изображать то, чему их учат, то это вызывает рвотный эффект. В принципе, примеров миллион.